Самый сложный проект, реализованный в сфере здравоохранения в этом году – современная многопрофильная больница на 630 коек в Кокшетау. Кроме того, в селе Караут-Кель ведется строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену, а в Коянде строится поликлиника. Благодаря поддержке правительства нам удалось значительно улучшить оснащенность объектов здравоохранения. Уровень укомплектованности на сегодня достиг 70-75%, и мы продолжим эту работу. В целом, на укрепление материально-технической базы в текущем году направлено более 2 миллиардов тенге для приобретения 150 единиц оборудования. В этом году в Кокшетау введена в эксплуатацию онкологическая поликлиника на 150 коек. Объект оснащен современным оборудованием. К примеру, это аппарат магнитно-резонансной томографии. Его стоимость 568 миллионов тенге. По словам специалистов, аппарат фирмы General Electric позволяет своевременно диагностировать заболевания. МРТ позвоночника, всех отделов, также все суставы. И единственный в области аппарат, на котором мы можем проводить МРТ молочных желез с контрастированием. Это очень важно, так как наша клиника, в частности онкоцентр, занимается скрининговым исследованием женщин на раннее выявление рака молочных желез. Это является этапом до обследования и большим подспорьем для диагностики и, значит, надежной тактики ведения таких женщин. Кроме того, за счет местного бюджета будет проведен ремонт поликлиники в Степногорске, а в Кокшетау начнется строительство реабилитационного центра. На эти цели предусмотрено более 800 миллионов тенге. Стоит отметить, акмолинские врачи неустанно трудятся на благо развития сферы здравоохранения. Зарина Жунисбекова, Фариза Асылбекова, Балжан Смагулов, Жамбыл Балтаев, Кокша, Парад.